Александр Прокофьевич, расскажите, как вы помогли человеку и ваш аппарат помог низкочастотной терапии? Иду я по улице, смотрю, люди продают овощи, фрукты, и молодой человек стоит рядом с женщиной, с молодой, а она таскает ящики с овощами. Я спрашиваю, а в чем дело? Ну, а потом... Я ответил, что болит спина, не могу ни разогнуться, ни согнуться, ничего. Побеседовали. А я предложил, говорю, можешь, хочешь попробовать этот аппарат? Я не отказался, 40 минут посидел, то есть, ну, с тем аппаратом. 24 минуты. 24 минуты посидел с прибором, ну, то есть, и вот по сегодняшний день, тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо, ничего Сколько не болит, времени ничего прошло? Не стреляет. Так уже 2 недели, наверное, или 3. Да нет, 3 уже. Уже 3, я просто... Вот в субботу было 3 недели. 3 недели уже. Да. То есть вы сразу почувствовали реальное действие прибора? Ну, получается, снял прибор, я и нагнулся, и сел, я попросил, у меня ничего не болело. Да, попросил Сергея, спрашиваю, ну что, есть какой-то эффект? Он говорит, да вроде как помогло. Я говорю, а попробуй наклониться. Он чуть-чуть наклонился, я говорю, а еще? И в конце концов... Да, я нагнулся, то есть и по сегодняшний день у меня ничего не болит, ничего мне не тревожит. Ну, это другой немножко прибор. Так вы теперь жене уже помогаете своей? Конечно. Видите, как решилась проблема. А с чем вы еще вот болели? Вот, может, какие-то у вас были? У меня хронический сколиоз и остеохондроз спины. Это такое серьезное, да, заболевание? А сколько, насколько это длилось долго и сколько пришлось заплатить денег? Ну, длилось это лет 6. 6 лет лечения, по 10 тысяч каждое лечение, по 15. Нет, да, я отдавал деньги. Это получается до 2 тысяч долларов, да, тогда вот месяц, 15 тысяч. Да. Да, конечно, большие. За год 2000 долларов, это тоже накладно отдавать было. Скажите, а что вы посоветуете людям? Вот мы берем у вас интервью без всякой подготовки, как говорится. Вот что вы посоветуете? Посоветую людям вот этот прибор для лечения электрического. Вот это, электромагнитные волны, они помогают. Я на себе это испытал и увидел сам результат. Что тебя заставило поверить в прибор? Потому что подошел человек, показал, поверил в человека. А от веры человека поверил уже в прибор. Человек ходит с прибором этим, у него тоже что-то болит всегда. И людям помогает тоже. Ну, у меня ничего не болит. Я просто занимаюсь профилактикой и ношу эти приборы для профилактики, потому что в окружающей среде много чего интересного витает, и можно заразиться этим интересным. А от чего возникла проблема у Сергея? Спинные боли. Нет, а от чего они? От перегруза по спине. Большой вес тягают через работу свою, через рогу. Ну, 2 тонны, 2,5 нагрузку даю на спину каждый день. А сколько лет? 25. Завтра будет. 20. Завтра? Ну, поздравляем с завтрашним днем рождения. Ясно, благодарим вас. Сайт theholding.ru. Вот видите, как написано внизу крупно. Вот показана стрелочка в верхнем углу «Личный кабинет». Надо щелкнуть по этой кнопочке и попадете на регистрацию. При регистрации